Итак, друзья, снова всем привет, меня зовут Серега, очередное видео по заработку в интернете. Сегодня у нас на обзоре форум из Даркнета, на котором можно зарабатывать по 3 рубля за один комментарий. Вот мой баланс, 9 рублей, 3 комментария я написал, покажу, как на нем зарабатывать. Проект проверенный, уже не одним блогером, деньги выводятся на ваш Payeer кошелек, то есть что вам надо сделать? Зарегистрироваться в Payeer кошелек, ссылочку я оставлю в описании на этот кошелек, также оставлю ссылочку на этот форум. Вы зарегистрируетесь в Payeer кошелек, зарегистрируйтесь на этом форуме, регистрация простая. Также, если вы не сможете по этой ссылочке зайти, потому что блокируется этот форум, если у вас не заходит по ссылке, можете скачать программку с VPN, где вы поменяете свое местоположение, IP-адрес точнее, и спокойно можете здесь зарабатывать. У меня лично проблем с этого нету. Я спокойно захожу и получается работает. Единственное, когда подтверждаешь адрес, ты подтверждаешь, тебя куда-то перекидывают, где уже данный сайт не видно. Просто не закрывайте вкладку, по которой регистрировались, обновите и все у вас будет работать. В общем, ничего сложного, просто перейдете по ссылке и зарегистрируйтесь и начинайте работать. 3 рубля за один комментарий. Покажу, как это работает. То есть, смотрите. Нам нужны два раздела, две темы, за которые нам будут платить 3 рубля. Это бизнес, вот бизнес раздел и помощь. Так, заходим в безопасности жизни. Дальше ищем тему, которая нам подходит. Так, ищем. Шумная кампания во дворе. Как действовать? Просто заходите в этот раздел. Нажимаете кнопочку «Ответить». Так, вот здесь вы жмете кнопочку «Ответить». Так, ну и можно просто вот так вот писать. Так, проверку капча здесь совершенно. Так, ЛСД это психо. Так, я не знаю. Давайте напишем психоделик. Я не знаю, я не употребляю наркотики. Так, жмем и ответить. Так, все. Теперь смотрим наш баланс. Было 9 рублей. Все, нам засчитали 3 рубля, теперь у нас 12 рублей. Как мы будем действовать дальше? То есть, как выводить деньги? Жмете на баланс. После регистрации, кстати, установите себе аватарку, любую фотографию или картинку. Дальше, смотрите, зашли в раздел «Баланс». Здесь прописываете баланс. Жмете на вашу сумму. Потом вывести деньги. Обязательно скопируйте вот этот ник. Это администратор. Копируйте, вывести деньги. Имя пользователя. Вставляете администратора. И смотрите, самое главное, что здесь надо сделать. Сумму. Какая сумма? Например, Payeer кошелек. Он при переводе меньше суммы не. То есть вам, ну, надо, чтобы у вас на балансе было 753 рубля, ну или 754, и тогда вы сможете выводить деньги. То есть заходите, прописывайте здесь L-матч вот этот, подсмотреть этот ник можно прямо вот здесь, как вы выводите деньги. Вот видите, у меня 4 комментария уже здесь сделано. Вот этот администратор, вы просто копируете его ник, нажимаете на вашу сумму, прописывайте здесь сумму. И вот здесь в сообщениях пишите свой криптовалютный кошелек. То есть в Payeer. То есть вот как выглядит Payeer кошелек,
когда вы зарегистрируетесь, у вас здесь будет по нулям, а у вас здесь будет создать, точнее уже будет вот здесь вот биткоин кошелек, вы просто жмете, и у вас будет кнопочка создать свой кошелек. Создаете, копируете его и вставляете уже, разумеется, вот сюда. И там вывести деньги из картеля. Выводите, и в течение часа вам переводятся деньги. Друзья, вот такой вот заработок без вложений. Также есть партнерская программа. Вот реферальные конкурсы. Там найдете свою ссылочку. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Всем больших заработков. Всем удачи. Всем пока.